Ох, как интересно. Добрый вечер. Я вообще-то хотела выступить без фотографии. О, сейчас, секундочку. Так. Добрый вечер. Я очень рада вас здесь всех слышать. Я благодарю Ольгу за такое мощное представление меня перед всеми вами. Мне очень приятно сегодня рассказывать то, о чем я буду говорить, потому что я очень люблю серебряные энергии. Серебряный глаз, серебряное горло, серебряный вирусолог, серебряный белый лазер. Мы обо всем об этом узнаем. Сегодня, конечно же, будет много подарков. Пожалуйста, напишите, как меня слышно. Так, не очень слышно хорошо, да? Сейчас. Так, проверяю. Везде 100%. Слышно хорошо. Ольга, я просила бы убрать заставочку. Я хочу загрузить презентацию. Благодарю. Хорошо, очень хорошо. Есть ли те, кто меня никогда не слышал? Если есть такие, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Потому что здесь приходит очень много моих учеников всегда. И мне будет интересно узнать, есть ли те, кто вообще никогда не слышал о серебряных энергиях, о световой косметологии. О световой косметологии я буду говорить очень, практически слегка коснусь. Благодарю. Я загружаю. Так, я загружаю. Ну все. Да, мы сегодня будем говорить о серебряных энергиях. Серебряный глаз, серебряное горло, серебряный вирусолог, серебряный белый лазер Рейхи. И все это является световой косметологией. Абсолютно все. И это очень интересно. Причем серебряные энергии идут на уровень выше, чем обычная световая косметология. Это энергии нового времени, которые пришли к нам совсем недавно, в 2008 году. Дело в том, что у нас население планеты растет. И, конечно же, всегда стоит проблема, как накормить такое быстрорастущее население. И, конечно же, ученые всего мира работали над этим и создали геномодифицированные продукты. Они не очень вкусные, есть очень вкусные, но никто не знает. Исследований очень много, и перелопатило очень много самой разной литературы, но практически никто не знает, какой результат и какие моменты могут быть вызваны этими энергиями, вернее, этими продуктами. Но практически одновременно с этим пришли новые энергии нового времени. У нас третье тысячелетие. И, конечно, на смену разного рода обрядам, каким-то заговорам, просто пришли энергии, которые вот энергиями занимались более 20 лет, и энергии пришли просто восхитительные. Поэтому как-то в сторону отодвинула рейки. Не всегда занимаюсь космоэнергетикой. Блок Хутта, он практически на уровне, как световая косметология, по простоте. Очень просто, очень доступно. Все работает через намерение. Имеешь эту энергию, имеешь посвящение, и ты просто можешь волшебничать, творить чудеса. И вот об этом мне хочется вам сегодня несколько поговорить. Я вас сегодня поздравляю с Днем Семьи, Любви и Верности. Сегодня такой праздник, поэтому сегодня будет очень много подарков. Тем, кто хоть что-то приобретет, подарков будет очень много. И что я хочу сказать. Вот мы, конечно, сегодня очень много всего происходит на Земле. И просто порой бывает, если все это применять к себе, то становится страшно. Это кушать нельзя, там пить нельзя воду. Там жить нельзя, все страшно. Но вообще, еще очень давно, в прошлом веке, в прошлом столетии, очаровательная Коко Шанель сказала, все в наших руках, поэтому их нельзя пускать. И это так. И вот я просто коснусь по световой косметологии, я коснусь только двух женщин.
Сабина Сангитар Виндстон, медиум, организатор школы Крайона в Германии. Это она нам рассказала и рассказывает о световых энергиях, которые пришли и приходят очень мощно и очень много на нашу Землю. И я вот сегодня не спросила вас о возрасте. Но, как правило, наш биологический возраст, как мы выглядим, сколько нам лет, и настолько, насколько мы чувствуем себя, именно внутри каждый человек чувствует себя, выглядит на 60, а чувствует себя на 25, на 35. И вот чтобы этот возраст сбалансировать, применить, уменьшить биологический возраст, приблизить его к тому, насколько мы себя чувствуем. А мы чувствуем себя всегда очень молодо, очень энергично. Мысленно мы готовы переделать самые невообразимые проекты и внедрить их в жизнь. А с возрастом буквально за 35, а кто-то и 25, смотря какая работа, смотря какие условия жизни, и человек начинает набирать букет то болезни, то стрессы, то какие-то еще моменты по жизни, которые человека старят. И очень здорово, что есть такие энергии, которые нам помогают. И ни для кого не секрет, что сегодня женщины первородящие могут быть 45-50 лет. И это очень хорошо. Ну и, конечно, благодарность великой медицине, которая сегодня творит чудеса. И вторая дама, Хильдегарда Бингенская, это одно из воплощений Эшки, высшей световой сущности. Она жила в 12-м тысячелетии, простите, в 12-м столетии, в 12-м веке, и была просто уникальным человеком своего времени. Они писали, что она, вторая после Девы Марии, возвеличила женщину своими трудами. Она очень много сделала для того времени. И сегодня то, что она создала, актуально. Ее медицинские трактаты и очень много она описывает. О ней можно говорить бесконечно. Но вот почему мы о ней говорим? И почему, какое она имеет отношение к световой косметологии? Так вот, она действительно была и ученым, и поэтом, и художником, и травником, и парфюмером. И ее называли Рейнская Сивилла. Она всегда знала ответы на все вопросы. Конечно, она была подключена к банку данных. И оттуда она черпала то, что сегодня называется банком данных, то, что она знала. И уже будучи пожилой женщиной, однажды на нее снизошел божественный свет. И она просто пишет: «Я вижу живой свет. Пока я его вижу, я его чувствую, я чувствую себя как молодая девушка, а не как старая женщина». Так Хильдегарда догадалась, что при помощи божественной энергии можно омолаживаться. Она вообще считала, что человек должен быть молодым, красивым, бодрым, прекрасным и жить минимум 150 лет, а то и больше. Столько, сколько человеку захочется. Вот такие прекрасные женщины дали начало тому, что мы сегодня называем энергиями нового времени, энергиями световой косметологии. Конечно, это работа с энергиями, это восстановление здоровья, красоты, молодости на клеточном уровне, на уровне ДНК. Мало кто знает, а может быть и знаете, я часто говорю об этом, потому что нашла эту информацию. Вообще старение организма происходит на очень глубинном уровне, на уровне ДНК. И человек, вот пишут об этом, все говорят, что органы самовосстанавливаются. Самовосстанавливается, кожа обновляется, клеточки обновляются, органы, все обновляется. А человек не молодеет, а стареет, дряхлеет, болеет и умирает. И вот именно только потому, что старость и старение происходит именно на уровне ДНК. Так а вот световая косметология, она омолаживает на уровне ДНК. И поэтому сегодня восхитительные просто примеры тех, что люди становятся молодыми, здоровыми, красивыми. Женщина, которая меня пригласила и рассказала в 2015 году о световой косметологии, ей было 64 года, а выглядела она как, ну, больше 43 лет, ей было не дать. И я благодарна световой косметологии и сама, потому что я сегодня не пью лекарства. Я ушла от диабета. Я восстановила свою печень. Я восстановила свой позвоночник. Просто и вышла из того состояния, когда человек теряет, мы же не умеем
принимать то, что нам дается. И когда человек теряет очень большое количество дорогих ему людей, просто вот он просто начинает сдавать. И ну, то же самое, просто он не готов к этому бывает. То же самое произошло со мной. Но слава Богу, я вытащила саму себя из этого положения. Вот сегодня я могу с вами разговаривать, могу себя показывать, и мне как-то не страшно, так как это было, допустим, даже месяц назад. Поэтому световая энергия, да, она омолаживает физическое тело, оздоравливает тело и органы изнутри, причем на глубинном уровне. Воздействует на энергии наших световых тел, она их просто очищает, и уходит приходящая энергия. Воздействие происходит на глубинном уровне, на уровне ДНК, и запускается программа омоложения всего организма. Человек просто молодеет. Конечно, потому что идет восстановление обменных и гормональных процессов, и как результат вес приходит в норму, фигура преображается. И человек это все делает дома, в удобное для себя время, в любой одежде, так, как ему хочется. Не нужно делать какие-то изматывающие тренировки, не нужно пользоваться большим количеством косметических дорогих препаратов, особенно уколов красоты, которые ведь нужно сначала сделать обследование организма, а потом вводить в себя то, что вводится для того, чтобы в течение полугода человек выглядел более-менее прилично. А потом это нужно повторять. Человек подсаживается на это, как на наркотик. И, конечно, 10 сеансов, 20-25 минут в день, 2-3 раза в неделю, он получает то, что получает. Человек становится здоровым, молодым, красивым и счастливым. Простите, закрою окно. Такой шум. И поэтому вот такой вопрос. А что мне дает световая? Наверное, у каждого такой вопрос возникает, особенно тех, кто первый раз это слышит. Да, она дает много. Вот посмотрите, что делает с девчонками, с моими ученицами. Вот Наташа. Очень хорошие результаты. Как она пишет, могу показать фото 15 лет назад. Сейчас я выгляжу на 15 лет моложе, чем тогда. В свои 58 лет, вот крайняя фотография, я выгляжу на 35 лет. Вот смотрите, очаровательная просто девушка. Вот так работает энергия. Вот Ирочка, она за 3 месяца из женщины за 50 превратилась в 30-летнюю молодую. Сейчас она еще лучше выглядит. Просто мне как-то не подумала, что ее надо еще раз фотографировать. Я сама ее сфотографировала. Вот, пожалуйста, мои девчонки. Смотрите, какие руки. Ей 64 года. Работает и живет в сельской местности. Она дизайнер, причем ландшафтный дизайнер. Как Александра за месяц превратилась из такой вот бабушки, превратилась просто в женщину, и сегодня она лучше и лучше становится. Вот так. И вот Наташа пишет. Хорошие результаты по клиентам. Уменьшилась миома и рассосались кисти. Поехала на назначенную операцию, сказали, нет необходимости. Ночью позвонили, у дочери приступ, почки и цистит, ужасные боли. Поставила энергию не целительная клиника, а канал космической клиники. Через 15 минут перестала плакать и сказала, ничего не болит. Через 20 минут поднялась и начала ходить. У племянницы не шла торговля. Опять чистая карма, белое пламя. И ушел диван, который стоял 3 месяца, пошла торговля. Подруга не могла уехать 3 года в Америку. Целительная божественная клиника, это канал космической клиники и чистая карма. Она уже уехала и живет там. Сама она выиграла 2 путевки в Турцию. А их четверо, ей нужно было, я вообще смеялась, нужно было еще 2. Опять работала с чистой кармой, целительная божественная клиника, белое пламя, замечательная энергия. Выиграла еще 2. И она говорит, я могла об этом говорить бесконечно, это очень много, и вот очень, очень интересно все это происходит. Поэтому мы, наверное, каждый знаем, что здоровье – это все. Это молодость, это энергия. Это красота, это успех, это деньги, это изобилие, которое идет к вам, потому что вы полны энергии, и вы готовы это принять. И вы благодарны, потому что благодарность, вообще-то, это окно ко всем благам и изобилию Вселенной. Об этом нужно помнить. Ну что, и сегодня мы сейчас начнем говорить о серебряном глазе, об этих энергиях, которые замечательно работают. Я хочу, чтобы вы не меня рассматривали, а
послушали, о чем я буду говорить. Вообще интересная информация, очень интересная. И поэтому я, пока рассказываю о презентации, я отключу видео, а в конце мы с вами опять встретимся. Так, ну что, и вот наш серебряный глаз, наша энергия, которая просто уникальна. И, конечно, вот смотрите, как нам неприятно бывает, когда мы болеем. У нас глаза слезятся, у нас из носа течет. Мы маленький малышонок, он просто тоже такие страдальческие глазки, что ему не совсем это все нравится. И мы глотаем море таблеток, особенно антибиотики, которые сажают наши органы, особенно печень и почки. Потому что просто организм порой не справляется с этим. И вот я хочу что сказать. Вот зрение. Это самое необходимое качество человека. Потому что мы и передвигаемся, мы работаем, мы видим, мы наблюдаем красоту природы, мы видим своих внуков, своих детей, своих любимых собачек, кошечек, рыбочек. Мы сами себе хозяйка, куда хотим, куда и пошли, потому что мы видим. А наше зрение очень часто падает. И если идет потеря зрения, то человек становится инвалидом. И он становится обузой для своих близких, для общества. И сам начинает просто переходить через вот эти стрессы и просто начинает становиться раздраженным. Ну, неприятно ему бывает, потому что он себя чувствует ненужным никому. А какие болезни вызывают проблемы со зрением? Самые разные. Причем ухудшение зрения, оно ведь само по себе не приходит. Это вот просто ряд факторов. Бывает так, что происходит нарушение в позвоночнике. И спинной мозг, он очень тесно связан с головным. И все процессы отражаются на остальных органах и системах, которые происходят в позвоночнике. А позвоночник, вообще каждый позвонок, он отвечает за определенную группу органов. А зрение, оно в том числе. Разного рода новообразования, которые тоже, как доброкачественные, так и злокачественные, тоже влияют на наш организм, на наше зрение. Различные заболевания глаз. То же самое, потому что нарушение происходит не только под влиянием других органов, но и вот в самом глазном яблоке поселяются порой бактерии, микроорганизмы. Также играет роль и наследственность. Вообще зашлакованность самого организма тоже вызывает заболевания глаз. Разного рода стрессы, то же самое. Поэтому сегодня это очень важно знать, как и уметь лечить. Но я не врач. Я работаю с энергиями. Работаю очень много и очень плотно. Особенно последние полтора года я практически работаю и занимаюсь только энергиями. И обучаю людей, и сама пользуюсь этими энергиями. Я знаю моменты мгновенного практически исцеления. И, конечно, сегодня я буду говорить о замечательных энергиях, которые помогают, которые не только исцеляют глаза, потому что организм наш единое целое. Здесь происходит полное исцеление организма. Но самое интересное, что именно серебряные энергии, они работают, они еще имеют такую чистительную миссию и работают, идет очищение по всем родам и воплощениям. Мы просматривали это, мы работали группой, и 3 месяца занимались именно серебряными энергиями. Было очень интересно смотреть, как они идут с момента возникновения рода. Только не смейтесь и не удивляйтесь. Кто-то род ведет с момента Атлантиды, кто-то с Лемурии, кто-то еще откуда-то. И вот по всем родам и воплощениям идет очищение и исцеление. А ведь нельзя убрать, это наши следствия, если здесь убираются причины. И идет восстановление организма и восстановление зрения. Поэтому, а вообще серебряный глаз, он вообще просто всеядный. Он исцеляет глаза, причем дает 100% зрение. Раскрывает видение. Он раскрывает рентгеновское видение. Происходит гармонизация полушарий для их гармоничного воздействия и взаимодействия. Создается экран для ясновидения. Создается возможность видеть прошлое и будущее. Сканируется все физическое тело. Происходит, когда находятся проблемные места, человек даже может не знать, еще не проявилось.
А эта энергия сама это все убирает. Просто эту энергию открываешь как для профилактики. Это информационный канал. Он тоже подсказывает, где, что и как. Помогает открыть ясновидение. Очень сильно прочищает и раскрывает аджну. Здесь происходит исцеление глаз от различных болезней, от катаракты, глаукомы, близорукости, дальнозоркости. Происходит вообще очищение коронной чакры. И самое интересное, что вот на ченнелинге с создателем я задавала вопрос, как работают эти энергии, серебряный глаз и серебряная, мастерская настройка на двух глазах. Они очень замечательные обе, потому что практически одно и то же они делают. Хотя вот забота о глазах устраняет визуальные искажения, убирает внутреннее давление. И она очень мощно работает с сетчаткой глаза. Вы же знаете, что сетчатка глаза это сразу идет, простите, потеря, если там что-то не так, отслоение, стопроцентная слепота. Ничего в этом хорошего нет. И вот роговицы клетки начинают получать живительную энергию и исцеляет структуру поломанных клеток и опять на уровне ДНК. Вот смотрите, как работают энергии световые, энергии нового времени. Уровень ДНК. Происходит подключение хромосомы, которая отвечает за структуру глаза. Начинается работа. Идет перестройка и укрепление мышц при близорукости и дальнозоркости. Ведь здесь просто наши мышцы ослабевают, и отсюда наступает и то, и другое. Или то, или другое. При астигматизме хрусталик принимает нормальное положение и форму. И идет исцеление. Катаракта. Пленка растворяется. Поразительно, но это так. Глаукома идет исцеление, но в зависимости от давности протекания. От 1 до 3 месяцев. Просто ежедневно нужно открывать по 1-2 раза в день, по 20-40 минут вот эту энергию. Это лечебная энергия. И также энергия хороша как диагностика и просто улучшение зрения. И вот забота о глазах работает сетчаткой глаза, она укрепляет структуру глаза и восстанавливает сетчатку. И это укрепляющая вообще энергия. И вот когда я задала вопрос, я говорю, а как? На самом деле это так, что 100% исцеление. И вот сказали так, что такой был ответ, что надо уверовать в исцеление. Нужна вера, терпение. И вот когда происходит зачатие ребенка, он не сразу выходит из чрева матери. Надо 9 месяцев для этого. Многие люди от 10-го сеанса, вообще вот 8, от 8-10 сеанса уже почувствуют исцеление. Вот так работают эти энергии. Это просто фантастика, когда вы не закапываете себе в глаза. Их можно кормить витаминами. Но вы не пьете море таблеток. Вы просто открываете энергию. И добрый вечер, Владимир Ванюхин. Очень приятно, что вы тут. Поэтому действительно здоровые глаза – это красивые глаза. Сколько поэтов воспевает красоту глаз? А ведь есть красивые глаза, но они не видят. И поэтому, конечно же, ведь наш глаз, он самый подвижный орган во всем теле. И очень чувствителен и ранимый орган. Мы же вообще не заботимся. Мы очень часто бываем, лезем в какие-то кусты, лезем в какие-то деревья, наклоняемся, делаем резкие движения, а в глаз может попасть все, что угодно. Да просто вот идете по улице, и летит мушка, она влетает, и как сложно ее порой бывает вытащить оттуда, и как это бывает неприятно, когда туда что-то попадает. Поэтому и потом мы же вообще не бережем, мы мучаем свои глаза, чрезмерно их напрягаем. И отсюда, вот при такой нагрузке, глаза теряют естественный блеск. Появляются красные круги, под глазами образуются мешки, глаза краснеют, и ничего хорошего нет. И такие глаза, как они могут понравиться кому-то? Да никак. Вот строение нашего глаза. Достаточно сложный глаз. И, конечно, глаза нам нужны не только для того, чтобы мы могли видеть окружающий мир. Мы же еще и нормально развиваемся, и у нас есть внешняя связь вообще с внешним миром. Мы просто работаем, мы общаемся, и это очень важно.
Нас на работу не берут, если мы очень плохо видим. Мы можем скрыть за большими очками, за большими линзами, но это нам мешает, и в конечном итоге на наше место придет другой. Вы сами это знаете, как сегодня сложно удержаться на месте, потому что на каждое место приходят молодые, эрудированные, здоровые люди, специалисты. Поэтому нужно, конечно, не только пользоваться энергиями, конечно, укреплять еще наш организм. Наш организм нужно обязательно пить. И то же самое очень хорошо применять и пить разного рода витамины. А лучше всего это пользоваться, конечно, всегда, постоянно фрукты, овощи, полезные продукты. Такие болезни, как астигматизм, близорукость, глаукома, они неприятные. И, кстати, вот глаукома, никто не знает, как она возникает, как она исцеляется, как она, какие причины ее вызвали. Не изучен этот момент, то есть вот, понять не могут. Это может возникнуть у 6-летнего, у 6-месячного ребенка, может возникнуть у старого человека, может возникнуть у любого, и не мы не знаем и предсказать не можем, когда это произойдет. Астигматизм. Ну, наверное, каждый замечал, что то он начинает прищуриваться, начинается какое-то двоение глаз, вернее, двоение изображений, напряжение в глазах возникает, головная боль, утомляются глаза, снижается острота зрения. Это астигматизм. Это вот идет такое раздвоение, фокус раздваивается, и это просто обычный дефект зрения, который связан с нарушением формы хрусталика. И многие с этим живут, но, в общем-то, это не совсем приятно и не самый лучший такой момент, когда с этим можно просто, это можно все исправить. У меня сегодня астигматизма нет, а раньше было, да, читаешь книгу, двоение цифр, двоение букв. Постоянно прищуривалась, сегодня у меня этого нет. И, конечно, вот эта диагностика, с помощью которой, это вот карта радужки, вот здесь не очень хорошо там видно, но лучше не нашла. На радужке как бы расположены проекции всех наших органов. И вот есть такая наука, иридодиагностика. И врач иридодиагност, он четко определяет, в каком состоянии ваши органы. Можно не сдавать анализы. Можно просто прийти к нему на консультацию, и он это увидит. Я была на такой консультации очень давно, и просто именно иридодиагностика подтвердила то, что я уже знала в результате анализов, сданных анализов, что, допустим, у меня не так. Поэтому это тоже очень интересная и очень такая приятная процедура. И вот я пишу, что чуть не забыла про взаимосвязь печени и глаз. Действительно, в восточной медицине глаза и печень напрямую взаимосвязаны. И на одном из языков глаз – это цветок печени. Конечно, печень, она выполняет массу функций. Главное, что она выводит. Она, во-первых, качает кровь, она выводит из организма все вредные вещества. Она синтезирует белок, участвует в обмене углеводов. Печень способна к регенерации. Об этом все пишут и говорят. Но вот я тоже прочитала об этом, причем не в одном источнике. Но и что можно вырастить и новые клетки печени, но они растут беспорядочно. И поэтому вот функция, которая очищает внутренние все органы от токсикации, она нарушается. И вот именно энергии, о которых я сегодня буду говорить, они очень хорошо восстанавливают печень. Я сама это прошла, я сама это знаю. Потому что печень регулирует очистительные метаболические процессы организма. Вообще-то главный диетолог организма считается. Потому что благодаря ей полезные вещества из пищи, они распределяются по всему организму. И представьте, когда нарушена деятельность печени, организм, естественно, ничего не получает, и получается то, что человек начинает болеть. И, конечно, любые нарушения работы печени, они снижают наш иммунитет. И это тоже просто очень важно. И плюс ко всему, что я могу сказать?
Ну, можете вот это просто посмотреть. Вообще, каждый человек может отметить себя, в каком состоянии его печень. Во-первых, меняется характер, появляется раздражительность, гневливость, появляется избыточный вес, может быть гипотония, варикозное расширение вен, появляются пигментные пятна. Часто человек начинает просто заболевать, ОРЗ, склонность, не было никогда аллергии, вдруг появляется аллергия. Очень часто причиной заболевания печени являются запоры. И просто может быть такая, появляется постоянная боль в правом подреберье. И, конечно, здоровье глаз и здоровье печени, оно напрямую связано, потому что они вызваны, вот заболевание глаз вызвано дефицитом крови в печени, повреждением печени, и именно анемией. Когда печень повреждена, то она не может качать и полностью кормить наши глаза. И, конечно, здоровье глаз зависит не только от печени, но вот именно дефицит крови в печени вызывает заболевание глаз. И, конечно, перегрузка печени именно токсинами, она препятствует протеканию здоровой крови через нашу печень. А ведь кровь от печени, она увлажняет и кормит глаза. Вот таким вот образом. Об этом можно также говорить очень много. И как бы вот моя цель просто сказать, как это возможно излечить. И вообще вот один из древних медицинских трактатов написал, что печень – это генерал, который сидит в блиндаже и наблюдает за боем. То есть это печень, конечно, для нашего организма – это основа основ. И она вот вызывает как раз и сухость, и резь, и мелькание мушек в глазах. И отсюда может появляться уже такие серьезные вещи, как глаукома и катаракты. Я не пугаю, я просто говорю, что глаза – это вот зеркало печени. Об этом нужно помнить. И вот очень замечательная энергия, серебряный белый лазер Рейки, она исцеляет и очищает печень и мозг. Просто очень сильная энергия, она способствует регенерации и самоисцелению организма. Эта энергия вообще очищения, она помогает очистить организм очень глубоко. И балансирует все чакры. Опять-таки, разбалансированность наших чакр – это наше заболевание, это наши болезни. Эта энергия способствует вообще как бы ликвидации старых образов болезней и неустойчивости. И она очень сильная, это очень сильная энергия, лазер, исцеляет, излечивает клетки головного мозга, она очищает их от энергетических шлаков, очищает кровь, нервов, она очищает все нервы, органы, устраняет токсины из почек и печени. Я где-то также читала, что печень нельзя вылечить до конца, если больны почки. Так вот, именно серебряный белый лазер Рейки, он очищает и то, и другое. И отсюда очень хорошо помогает просто вообще уникальная энергия. И самое интересное, что вот перед прохождением медосмотра кому-то нужно, чтобы ну, есть болезни и чтобы были просто хорошие анализы. Вот два сеанса серебряного белого лазера и просто самым волшебным образом балансируют и все важные органы. Это просто чудо. Конечно, эта энергия так же, как все серебряные энергии, она дает ясное понимание своей цели в жизни, изменяет наше представление о счастье, о предназначении, она повышает самооценку, балансирует наше эмоциональное тело и, конечно, придает силу, значимость нашему состоянию, нам самим, убирает последствия депрессии и восстанавливает наши силы. О ней также можно говорить бесконечно, и я сегодня ее предлагаю за 1500, если вы хотите ее приобрести, потому что это работает в целом с организмом, со всеми нашими органами. Мощнейшее очищение.
работает с головным мозгом. Вот такая энергия, просто восхитительная энергия. Ну вот просто я сегодня очень много вам не показываю никаких отзывов. Может быть, это зря, но их очень много. Но вот я просто несколько выбрала. Серебряный глаз получила Гюзель, и через 3-4 дня поменяла свои очки на полтора, с полутора на 0,75. Она мне стучится, она говорит, я хотела позаниматься, а тут вот, пожалуйста. Да, я об этом не стала говорить, потому что как бы рассказывать обо всем, потому что печень, желчный пузырь, это вообще взаимосвязано, это просто одна связка. Да, кстати, об этом тоже, это тоже помогает. Есть еще энергия, которая добавляется, которая очень замечательно работает, космоэнергетическая, шаон. Он просто дробит все камни, он их размягчает, дробит, и они уходят. Но кто покупает вот эти энергии, я рассказываю, как работать и как вот эти камушки все превратить, то есть сделать так, чтобы они как такая жидкая суспензия выходила и не... Она просто выходит. Происходит такое дробление, они выходят как просто... И вот мы просматриваем, кстати, здесь Владимир Ванюхин есть, он знает, о чем я говорю, он понимает, потому что мы как раз с ним работали, с почками, с песочком, с камнями, и вот они вот в суспензии просто, даже не песок, а просто выходит как мыльная такая водичка. Вот я просто ответила на вопрос. Дальше. Серебряный глаз, забота о глазах. Энергичная, мягкая, через ладони чувствовала, что руки холодные. Практически сразу поменяла очки с полутора на один. Скоро их вообще сниму. На сеансах она вообще побежала к мужу, восхищенная. Она говорит, надо же, я вижу, вижу, вижу без очков. И вот опять, пожалуйста, божественная энергия кожи, причем кожа на лице тоже подтягивается. Это уникальные серебряные энергии, они работают в целом со всем организмом, и каждая энергия, она с чем-то работает очень мощно, а также и имеет омолаживающие эффекты. Она, вот, допустим, серебряный свет и серебряный глаз, кожа подтягивается. Серебряный белый лазер помог справиться с восстановлением печени, анализы улучшились в 5 раз, проблема ушла. И у меня была такая же ситуация. Принимала посвящение в серебряный глаз женщины 46-го года. Это было конец января. Тут же восстановился слух. Было осложнение после гриппа. Он говорит, Галочка, я не слышу, я плохо слышу. И вы знаете, он говорит, о, я слышу, слышу. Вы знаете, как это было приятно. Это Татьяна из Санкт-Петербурга. Вот, пожалуйста, тоже вчера получила серебряный глаз. Сильная энергия, пошла сильным потоком, получилась как метла, балансируя, избавляя от энергетических шлаков в голове. Это вот видящее. Мощная работа с глазами внутри. Появилась ясность в голове, прилив энергии, спокойствие, радость и уверенность. Это просто замечательно. И вот, конечно, я предлагаю посвящение в энергию серебряный глаз. Сегодня энергия, вообще серебряная энергия не стоит все от 4000 и дороже. При оплате сегодня, вот в течение суток, 2 400. Мастерская настройка заботы о глазах 1700. При покупке двух настроек, вот все две настроечки, вы, если приобретаете, то вы платите не 4 500, а 3 100. А при оплате вот прямо во время вебинара вы получаете еще в подарок энергетическую настройку Танака-сан. Это вообще тоже очень мощная, очень интересная энергия, которая работает с онкологией. Просто замечательная энергия. Вот такое предложение. Вот она. Кто работает с ней, что очень полезно при работе с раком, любой этиологии и вирусные заболевания. Хорошо работает с гриппом, аллергией, другими вирусами. Что важно? Активизируется анахата, каналы рук, вишудха, вилочковая железа. Энергия всегда течет туда, где это нужно, где это необходимо. И вот, пожалуйста, она просто-напросто когда активируется решетка, это вообще здорово. Я об этом еще скажу. Просто энергия, которая у меня девочки принимали ее, я выложила здесь сегодня отзывы, но они просто в восторге. Одна написала, вторая пишет, я тоже хочу, потому что очень хорошая энергия. Вот такие энергии, такие подарки. Далее, мы начинаем говорить про серебряное горло. Сегодня у нас будет в конце очень мощная энергия, сеанс, поэтому
Подождите еще немножко, это совсем чуть-чуть еще поговорим о нашей харизме, о нашем серебряном горлышке. Всем ли все понятно? Я просто перескочила. Вот, посмотрите. Оля уже сбросила ссылочки, вы можете переходить. Поэтому вы получаете в подарок, если вы приобретаете две настроечки, в подарок вы приобретаете еще одну настроечку. Стоит это 300, не 4500, не 6000, а вот 4, всего 300. Ну, поехали дальше. Серебряное горлышко. Ну, вот оно. Да, конечно. В нашем современном мире мы, конечно, каждый человек задумывается о том, чтобы как их воспринимает окружающее, как нас воспринимает мужчина. Ведь мужчины обращают внимание на красивых дам, в первую очередь на красивых дам. Поэтому мы можем купить модный костюм, мы можем сделать хороший макияж, мы можем очень красивое платье одеть. Но вот все это несложно. А вот здоровое горло и органы слуха, улучшить собственный голос, увеличить харизму – это непростая задача. Вообще харизма – это в переводе с греческого – это вообще Божья благодать. И, конечно, быть наделенным харизмом означает, что вообще получаем как особый дар свыше, потому что мы получаем энергию, которая способна и вдохновлять любых других людей. И харизматик всегда очаровывает, и мужчины за харизматичной женщиной просто идут топами. И красота – это меньше, чем харизма. Почему говорят «очаровательная женщина»? Женщина просто восхитительная, не говорят «красивая», потому что она харизматична. Ленин, Сталин, Жириновский, они же не красавцы, а воздействуют на умы и поступки других людей. И, конечно, несомненно, вот эта энергия зажигает других, помогает властвовать и управлять. Это харизма. Конечно, харизма – это, конечно, потрясающее умение располагать в себе любых людей, притягивать взгляды, внимание, заставлять себя слушать и восхищаться. Это нечто большее. Потому что на харизматичного мы всегда, нам хочется равняться, подражать ему. И кто-то харизматичен с рождения, но не каждому так везет. И поэтому харизму также можно развить себе самостоятельно. И именно вот серебряное горло помогает в этом, как это ни странно. И поэтому, конечно, харизма помогает всегда, как в деловых отношениях, в личных. Она помогает налаживать желаемые контакты, просто общаться с интересными людьми. И поэтому, конечно, помимо всего прочего, вы тоже можете активировать и нести людям, то есть вы просто, когда человек излучает позитив, всегда к этому человеку люди тянутся. Когда он говорит с уверенностью в голосе, это тоже людей убеждает. Когда вы нравитесь самому себе, это первое, что каждый человек должен делать. Утром, женщины, встаете, мужчины, то же самое. Просто идете в зеркало, порой даже ползете, как это говорила Алла Пугачева. Ползу в зеркало утром, не взглянуть, но я смотрю, говорю, какая же ты красавица. Такое она стала. А я почти ее ровесница и просто видела, как она росла и как она делала саму себя. И, конечно, просто-напросто харизматичный человек – это очень много. Об этом тоже можно говорить бесконечно. Просто могу сказать, что одну вещь, что вот привлекательная внешность, красота важна, а вот обаяние не менее важно. Что такое женственность, вы знаете, потому что все мужчины, их притягивает женственная женщина. Не просто привлекательная внешность, а вот именно женственная. Фигура, рост, кожа, все играет роль. Губы, волосы. А вот смотрите, очень играет большую роль запах. Об этом я часто говорю, но сегодня я об этом говорить не буду. Я буду говорить сегодня о голосе. Потому что это важная составляющая обаяния. И голос не исключение, потому что голосом человек обаяет. Восторг от красоты девушки исчезает в мгновение ока, как только она начинает порой говорить.
Поэтому интерес у мужчин вызывает женщины с мягким, теплым, но не слабым голосом. Тонкий, кокетливый голос провоцирует и привлекает внимание. Сексуально звучит грудной голос. А грубый голос, конечно, работает просто отталкивающе. Мужчины также обожают большие и искренние глаза. И при этом их цвет для большинства практически не имеет значения. Полные тепла и улыбающиеся глаза всегда вселяют уверенность и делают мир просто гармоничным. И, конечно, очень важно улыбаться, потому что улыбка должна быть у женщины прилеплена спереди, сзади, со всех сторон. Улыбайтесь. Улыбка вообще относится к одной из четырех составляющих сексуальности женщины. Поэтому, когда глаза улыбаются, можно улыбаться только глазами. Как это здорово. Вспомните, есть такой фильм старый-старый, «Есения». Так вот, там мужчина, который был рядом с ней, у него всегда улыбались глаза. Какая красота! Какое было просто восхитительная харизма этого мужчины. Это же чудо просто. И вот оно, серебряное горло. Это вообще творческий канал. Это энергия созидания. Она дает ораторские способности, мощную связь со Вселенной. И, конечно, нужно любому человеку работать с любовью и открытым сердцем. Она также помогает и самореализации, повышает нашу самоосознанность. Энергия канала Серебряное горло тоже осуществляет очищение. Она повышает наши вибрации, пробуждает наше творческое начало. И причем пробуждает именно то творческое начало, которое мы не разбудили, не реализовали раньше. Идет соединение мысли с сердцем, именно через горло. Мысли, просто вот соединение чувства и мысли рождает как раз вот наш этот творческий порыв. И он проявляется вовне. А канал этот укрепляет эту связь. Очень часто люди не могут найти себя в жизни именно потому, что вот нет связи между чувствами и мыслями. Что самое интересное, что эта энергия восстанавливает и лечит ушные заболевания, лечит вообще самые разные заболевания. Энергия помогает фильтровать мысли, помогает открыть путь. И самое интересное, что с человеком начинает происходить неожиданные хорошие события. Порой появляется нужный человек, просто находится потерянная вещь. Кстати, самое интересное, я в конце мая вернулась из отпуска, и, вернее, в конце мая, и я потеряла кольцо, перстень. Мне было так жаль, и вот я начала работать, вот сейчас просто прям пришла эта мысль. И как раз я готовила вебинар вот этот на серебряное горло, серебряный глаз, вот эти серебряные. И вы знаете, я вчера нашла кольцо. Причем там я его тоже искала. Вот так работает Вселенная. Это просто восхитительно. Я уже просто тоже, есть такая, может быть, кому-то поможет, что я уже сказала, ну хорошо, я не буду удивляться. Проявись там, в самом неожиданном месте. Вот он проявился там, где я искала, где я смотрела. И вчера я просто, тем более, что с янтарем, мне дочка привезла его из Калининграда, это чудный серебряный перстень, я вообще люблю серебро. И я его вчера нашла. И вот, пожалуйста, вот как подтверждение, я вам сегодня об этом говорю. Но самое важное еще, на энергетическом уровне энергия серебряное горло восстанавливает чакру Вишудху, а это наша горловая чакра. Она исцеляет заболевания горла, связок. Очень полезно тем, кто работает вот с нагрузкой на связки. Это певцы, учителя, дикторы. Поэтому эта энергия просто удивительна. А вы сами знаете, что когда у нас Вишудха не открыта, когда она у нас не работает так, как надо, у нас отсутствует видение, понимание, что происходит в жизни. А Вишудха как раз дает и ясновидение открывает, и яснознание, и чувствование. Мы начинаем понимать, что с нами происходит. Она также приносит достаток, процветание, карьеру. И
убирает вот этот застой и отсутствие денег. Она также наводит порядок в жизни, в делах, и это очень здорово. И это все делает серебряное горло и вишудха, наша горловая чакра. Ну вот так вот, мы же все болеем, мы простываем, мы не следим за собой. Это как сегодня, я просто решила пойти купить клубнику, и даже не посмотрела в окно, хотя постоянно целыми днями идет дождь. Вышли, капает, можно было вернуться за зонтиком. Но нет, я же пошла без зонтика, мы пошли с мужем без зонтика. Конечно, пошел дождь, мы промокли. Ну и что, чего хорошего в этом? Вот так. Поэтому работаем с энергиями. И серебряная энергия, конечно же, помогает. Здесь показано, как, наверное, каждый болел в свое время ангиной или наблюдал, как протекает это заболевание. А ведь ангина еще дает и очень мощное осложнение. Фарингиты, лающий кашель, кого он не вызывал, у многих это просто вызывает и раздражение, особенно если человек пришел в театр, там кто-то кашляет, да и самому приходится уходить, потому что вы не можете смотреть и мешать всем остальным быть в театре и слушать, допустим, какую-то постановку или музыку. Поэтому вот серебряное горло лечит эти заболевания. Оно вообще лечит заболевания уха, горла, носа. Вот смотрите, взаимосвязь, горло воспаляется, ничего хорошего. Катары верхних дыхательных путей тоже ничего хорошего. Что хорошо? У нас в горле есть, конечно же, миндалины или гланды. У кого-то их раньше их удаляли, у него дочки удаляли, и слава богу, остался маленький отросточек, и гланда выросла. Это уже легче, потому что вообще миндалины помогают иммунной системе. Они закрывают как бы проход вредоносными микробами, не защищают организм от их разрушительного действия. И гланды также относятся к лимфатической системе и выполняют кровотворную функцию. Вот такая важная вещь. И через них проходит также воздух и пища. И поэтому миндалины – это первый барьер на пути вредоносных бактерий и вообще вглубь организма. Поэтому их, конечно же, нужно беречь, ни в коем случае не удалять. Эта энергия также лечит болезни горла, тонзиллиты, фарингиты, дифтерии. Это вообще раньше было одно из опаснейших заболеваний. Очень много детей просто задыхались, и помочь им было невозможно. Болезни уха, вот они не так часто бывают у нас, но протекают очень тяжело. И отиты, кстати, вот самое частое заболевание, оно может поразить уши. Кстати, вот если опять исчезновенка, то есть если остались какие-то, вот наступает почти глухота, но если остатки нервов есть, то медленно, наверное, идет восстановление слуха. Также эта энергия серебряное горло лечит слизистые горла, носоглотку. Вот что самое интересное, что при воспалительных процессах происходит образование рубцов. Так вот, эта энергия, вот эти рубцы тоже как бы начинаются растворяться, рубцы, они становятся меньше и сглаживаются. Ну, болезни носа, это риниты, это фурункулы носа, это разные зловонные насморки, это даже частые носовые кровотечения, это все исцеляет. Был простой, приведу пример, который был буквально со мной 10 июня, когда я провожала в аэропорт свою гостью. Сели в машине, поехали таксист. И большая такая тряпка полотенца, и он постоянно сморкается. Я говорю, что с вами? Он говорит, цветет какая-то травка, и вот аллергия. Ну, и я просто, ну, аллергия, аллергия. Я просто открыла серебряное горло и открыла канал космической клиники. Через буквально минут 7 он еще так посмотрел и на тряпку покосился. Тряпка не нужна. То есть вот выделения из носа прекратились. Щекотание. И меня сзади моя гостья говорит. Она говорит, ну ты там волшебничаешь. Я говорю, я просто решила посмотреть, как это поможет. Он говорит, а что? Я говорю, я просто открыла, вот, я говорю, полечила. Я говорю, ну через высшее я. Я говорю, вы мне не запрещайте. Он говорит, да нет. Я, говорит, с удовольствием, тем более, что я, говорит, почувствовала, что у меня щекотание в носу прекратилось. Вот так работает эта энергия, просто вот живой случай. Ну и вот несколько отзывов. То есть вот
ушло першение, голос восстановился на следующий день. Восстановился слух, ура! Голос приобрел новый тембр. Сегодня говорила 6 часов. Открыла канал «Серебряное горло». Голос звучал без охриплости и кашля, что бывало нередко. Вот так работает энергия. И, конечно, вот вам сегодня, что я предлагаю. Канал «Серебряное горло». При оплате в течение суток 2400. А вот при покупке трех энергий, серебряный глаз, забота о глазах, серебряное горло, они все взаимосвязаны. Стоимость не 10800, как они стоят, не 6500, а только 5500. А вот самым быстрым, при оплате на вебинаре, вот здесь, сейчас, стоимость 5000, и это еще не все. В подарок энергия кобра, которая очень мощно лечит любые самые сложные заболевания, в том числе онкологию. И 3 сеанса глубокого омоложения плюс световая кожа золотые нити, которая запускает время вспять. Она вообще энергия другой галактики. И это всего 5000. Посчитайте, 3 энергии, 5000, 3 сеанса глубокого омоложения, которые стоят тоже 1500. Подарок энергия кобры, который стоит 1790. Вот такое вот, если интересно, пожалуйста. Вот ссылочки Олечка уже сбросила. И это тоже еще не все. Но я вот немножко скажу, вот она кобра, она обладает способностью уничтожать болезни, пожирать опухоли, смертельно опасные язвы. И хорошо работает именно при онкологических заболеваниях. Она убирает ненужные клетки и очищает организм. Работает она вообще великолепно. Каждый видит ее величество кобру. Маленькие коброчки начинают бегать по всему и проверять, диагностировать. И это вообще чудо из чудес. Ну вот здесь девочки пишут, тут несколько, что явилось ее величество кобра. Воспаленные места горели прямо огнем. Принимала настройку кобра. У нее болело вот проблемное место на лице возле носа. Коброчка улеглась на носогубный треугольник, долго лежала, дышалась легко. Потом в этом месте мышцу как вытянула до упора. Я не могла шевелить щекой. Потом она попала в ухо, там тоже проблемы. Я с ней разговаривала, благодарила за помощь. В конце сеанса меня колотило от холода. Вообще очень приятно работать с этой энергией. Очень мощно. Она, как она вылизывает печень, это вообще чудо из чудес. И вот, пожалуйста, еще вам предложение. При покупке всех 4 энергий, серебряный глаз, забота о глазах, серебряное горло, серебряный белый лазер, стоимость всего 6 тысяч. В подарок энергия Танака-сан. Я о ней уже говорила. При оплате на вебинаре, вот сегодня, то плюс еще 3 сеанса глубокого омоложения и световая, плюс световая кожа. И 3 сеанса ДНК омоложения и плюс энергия космоэнергетическая по восстановлению эндокринной системы, омоложению, гармонизации внутреннего, то есть мужского и женского, и очень хорошо работает именно со щитовидкой. Стоимость этих 6 энергий 3000 рублей. Это если вы сейчас оплачиваете вот 6 тысяч и получаете еще такие подарки. То есть вы получаете 6 сеансов, 3 таких и 3 таких, и энергию Танака-сан, и стоит это всего 6 тысяч. То есть каждая энергия не стоит по 4 тысячи, а здесь получается каждая энергия всего 1500. Вот такие энергии замечательные. Вот такое предложение. Поэтому подумайте, кому нужно, кому очень важно. Вот Танака-сан. Я уже еще раз повторюсь, что работает, очень хорошо работает с гриппом, с аллергией, с раком. Запускает анахату, канал рук, вишудху и вилочковую железу. И тем, кому ну очень надо, вот за 4 энергии, если вы получаете, то при оплате прямо сейчас в дар вы получите еще канал «Серебряный вирусолог». Это получается 5 энергий серебряных. 5 энергий за 6 тысяч. Посчитайте, сколько это стоит. А серебряный вирусолог – это вообще уникальная энергия, которая замечательным образом активирует нашу иммунную систему, убирает любой вирус из организма. Она мобилизует все резервы для исцеления и от гриппа, и от простуды, и от других вирусов. И когда применяется на ранней стадии, то первый же день появления симптомов практически хватает одного сеанса этой энергии. Если болезнь, вот
поймать, вот опять-таки в самом начале, то один часовой сеанс. А вообще в среднем до полного исцеления от вируса 2-3 сеанса всего. А если вирус кожный, то первые результаты со второго практически использованы. И канал работает лучше на ночь. Вот. И, конечно, при серьезных заболеваниях ежедневно нужно работать ежедневно до выздоровления. То есть хватает 20 часов, то есть 20 дней принимаете. Но лучше с любым каналом работать не ежедневно, а через день, потому что энергии идут минимум сутки. И для профилактики можно принимать также в течение 10 дней, через день, 3 раза в неделю, 20 секунд. Вы 20 на 20 минут. Вот такая энергия. Представляете, какие вы получаете сегодня скидки? И, конечно, вот именно эти методы дают нам и здоровье, и удобство, и комплексное воздействие, также экономия времени и денег, и принцип «не навреди». Это не уколы, это не таблетки, где очень много пустышек. И хорошо, если пустышка, а вот если там совсем, как сегодня очень часто говорят о том, что нам дают, особенно под очень дорогими таблетками, витаминами, мы практически сами себе сажаем внутренние органы. Поэтому я вам предлагаю, да, и еще. Это если кто-то захочет. Я просто хочу показать вам, что сегодня, но это вы можете только написать Ольге, я ей не говорила об этом, просто оставила. Если вы захотите получить световое обучение, посвящение, получить сертификат в группе обучения 7 дней, 3500, вы получаете одну энергию, Вознесение 999, посвящение в профессию, полный, огромный обучающий пакет. Конечно же, туда входит плакат с закоренными двумя кристаллами, лечебный диск, энергетические операции с доктором Каном. И, конечно же, пошаговая система проведения двух видов сеансов. И это у вас будет вордовский, то есть текстовый документ. Но скидки действуют только во время вебинара. И индивидуально вы можете за 5300 получить 2 энергии, то есть энергия объединения 9-9 и энергия вознесения 9-9. Также получаете лечебный диск, энергетические операции с доктором Каном. Получаете индивидуально записанное именно для вас глубокое омоложение. Вот такие цены. 3500, не 5000. И 5300, не 8000. Вот вы можете это приобрести. И, конечно, здесь также сертификат выдается каждому. И, конечно, если вы оплачиваете до конца вебинара, по этим ценам вы получаете еще луч богини Артемиды, золотой луч богини Артемиды, который самым замечательным образом омолаживает. Это золотые нити, это просто уникальная энергия, просто чудо, чудо из чудес. Это не реклама. Это просто вебинар, продающий вебинар. Это не реклама. Ну вот, я просто повторяю еще раз, вы за то, что вы можете сегодня купить. Просто повторяю, кто забыл, дар серебряный, именно 3-4 энергии, если вы покупаете, или 3 или 4 энергии, или индивидуальное обучение, то при оплате сейчас в дар вы также получите и те, и другие канал серебряный вирусолог. При индивидуальном обучении и если приобретаете 3 или 4 энергии, я подарю серебряный вирусолог. Ну вот это все. Возможности серебряных и вообще световых энергий, особенно серебряных, это вообще, они безграничны. Поэтому для ленивых очень занятых. Волшебные энергии световой косметологии помогают вам всем. Поэтому воспользуйтесь такими предложениями. Предложения именно сегодня, именно в такой вот день. Поэтому я вас благодарю. Я благодарю Ольгу. Я благодарю всех, кто слушал. И я бы хотела, если это возможно, получить такую маленькую обратную связь. Было ли вам интересно, полезно то, что вы сегодня услышали? Насколько вам это понравилось? Может быть, кто-то хотел бы что-то написать, что-то сказать, что-то спросить. Я готова ответить на вопросы. И потом мы будем проводить сеанс оздоровления и омоложения в энергиях Творца. Нас здесь очень много. Есть ли вопросы?
Если желание просто написать, понравилось, не понравилось. Или здесь никого нет присутствующих? Очень полезно, но, к сожалению, не все доступно. Все понятно. А что значит не все доступно? Если у вас, вы можете обратиться к Ольге и попросить у нее рассрочку. И вы получите все то же самое. Если вы выпишете сегодня просто сделаете заказ и оплатите аванс, допустим, 500 или 1000 рублей. И вы все ваших, вы просто все это можете платить в течение одного месяца. Очень понравилось про серебряный глаз. Просто чудеса. Да, чудеса. Это просто там, причем очень подробно, дается инструкция, как работать, как это все активировать. Особенно с ажной чакрой, там просто на трех листах все это описано. Делайте заказы, потому что подарки восхитительные. И самое интересное, что у меня как бы у каждого всегда рождается еще свой подарок потом. Особенно когда профессию после посвящения приходит еще определенный подарок. И высшие силы, когда происходит посвящение, Эшка, Хаги, Софии, вообще все 36 высших космических сущностей, они просто дают подарок моим ученикам. Причем это всегда. Я благодарю вас. Добрый вечер. К сожалению, я только что зашла и не слышала ничего. Только об обучении. Появился вопрос. После обучения сертификат? Конечно, конечно. Девочки, меня точно так же обучили. Да, я с энергиями работаю давно. Но я как-то, вы знаете, вот работала сам для себя. У меня много учеников по космоэнергетике, по рейке. Но рейки я как-то... Мне очень нравится кундалини рейки. Все остальное как-то я... Мне нравится блок-худ, мне нравится космоэнергетика. И я в восхищении от волшебных энергий световой косметологии. Поэтому сегодня такие скидки, каких нет ни у кого. И, наверное, вряд ли будут еще, потому что, может быть, я с этими скидками сделаю, может быть, еще одно выступление, потому что, да, вот Ольга говорила, 30 июня у нас с мужем было 45 лет, как мы вместе, и забыла про себя. И поэтому, конечно, я делаю такие скидки, мне это очень приятно, и в первую очередь я эти подарки делаю для себя. Да, это время, да, это мои затраты. Но я считаю, что каждая энергия должна быть доступна для каждого, кто хочет это иметь. Поэтому сегодня такие скидки. Воспользуйтесь такими возможностями. Я уже сказала, что я готова пойти на это. Напишите Ольге, вы сделайте заказ. Напишите ей и оплатите просто какую-то часть. А потом в течение месяца, я думаю, что, вы знаете, Вселенная всегда дает то, что мы просим. Нам всегда это дается. И всегда приходят средства, если вам это истинно надо. Сюда вы напишите, Ольга, вы дайте, пожалуйста, свой скайп. И вам напишут. Я так полагаю, что Оля покажет здесь свои какие-то данные. И, или вы сделаете заказ, а потом она же вам напишет письмо. Как что платить. А вот, пожалуйста, скайп-Ольги. И вы договоритесь. Ну что, если нет вопросов, приходит самая такая хорошая часть, самая интересная. Я так полагаю, все ждут и хотят получить омоложение в энергиях Творца. Я передаю энергию с седьмого плана бытия, поэтому поставьте, но любая энергия, она живая. И если вы хотите получить результат, вы должны знать, куда хотите направить энергию, в первую очередь. Во-вторых, вы должны изъявить желание. То есть поставьте плюсик. Приготовьте, пожалуйста, водичку, крем. Снимите с себя все металлические изделия. И спасибо, Евгения. Очень хорошо. А я с великой благодарностью и любовью передаю вам такие энергии, потому что это просто чудо, это волшебная энергия. Поэтому ставим плюсики, я буду загружать музыку. Так. Это было здесь на 8.
Так, вот она. Ну, вот она музыка. Садимся удобно. Руки кладем на колени ладошками вверх. Делаем глубокий вдох и выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. Мы просто изъявляем желание. Я, свою фамилию, имя, место жительства. Здесь и сейчас принимаю с любовью и благодарностью сеанс оздоровления и омоложения в энергии Творца на мое наивысшее благо. И принимаем. Конечно, лучше знать, куда вы хотите направить эту энергию, где вы хотите это подтянуть. Полетели. Принимаем.
Наш сеанс подошел к концу. Медленно выходим из этого состояния. Просто делаем глубокий вдох, выдох. Энергии будут идти еще сутки, может быть, чуть больше. И напишите, пожалуйста, как вы чувствовали, как шла энергия, насколько вам это понравилось, насколько вам было комфортно или некомфортно. Делаем глубокий вдох, выдох, благодарим энергии, потому что я уже говорила, что благодарность это путь, это путь и дорога во Вселенную для притоков изобилия. Было очень хорошо, спасибо. А кто-то что-то еще, может быть, напишет? Вы сегодня очень неактивны, а почему, непонятно. Какие нежные потоки. Прямо растворилась вся. Благодарю, мастер Галина. Ощущала мощные потоки. Благодарю Евгения, благодарю Валентина. Благодарю, было так жарко, все лицо стало мокрым. Да, Светлана, такое имеет место быть. Благодарю вас. Ну хорошо. Я вас уже благодарю, Ольга. Очень понравилось. Благодарю. Легкое покалывание, приятное. Благодарю. Благодарю и вам, и энергия. Энергия супер. Но почему-то была боль в груди. Подышите сердцем. Вот именно там, где боль, просто нужно вдох и выдох этим местом. 2-3 вдоха, и все пройдет. Там просто блок. Очень мощный поток. Я вас благодарю тоже. Огромная благодарность, очень комфортно. Есть ли энергия для лечения мастопатии? Да, есть. Кстати, белый лазер, серебряный белый лазер, он лечит это. И вообще нет она, энергии нет она. Очень хорошо лечит. Вообще энергии серебряные, серебряный свет, серебряный лекарь, серебряный серп убирается энергия. Убирается сначала энергия приходящее, а потом идет исцеление. Лицо пощипывало, энергию ощущала в ступнях, в ладонях, в солнечном сплетении, в сердечном центре. Я благодарю вас, Галина. Принимала в ванной. Вода стала плотной. Здорово. Благодарю. Здорово. Отлично. Я вообще открываю всегда энергию. Правда, я в бане беру волну омоложения. Она также лечит печень. И плюс ко всему она омолаживает, готовит воду для того, чтобы тело омолаживалось. Благодарю. В конце почувствовал несколько импульсов кубочки. Хорошо, очень хорошо, девочки. Я, конечно, вам предлагаю пройти по ссылочкам и можно повторить ссылку для обучения. Оля, сбросьте, пожалуйста, новые ссылочки. Летала Сандра, да все что угодно может быть, тем более серебряная энергия. Там ангелы очень большие. Я сама высокого роста, мне 75, я им до колена не достанет. Переходите по ссылочкам, приходите на учебу. Вы еще попадаете в мастерский закрытый чат, где чат мастеров, где вы можете задать любой вопрос, и вас всегда и помогут, и подскажут, и научат. Поэтому такие скидки и такие предложения я даю первый раз, потому что, ну, и такие энергии добавила сегодня. Долго думала, просто мне нравится у Ольги выступать, поэтому... И я сейчас вообще сократила свои выступления. Выступаю 1-2 раза в неделю, потому что лето, потому что хочу отдохнуть, потому что просто готовлю новые программы. Если нет вопросов, я вас благодарю. Я благодарю за то, что вы потратили вечер, побыли со мной, слушали достаточно интересную информацию, потому что информация, правда, интересная. Мне было тоже интересно ее подбирать. Оставьте, пожалуйста, информацию, чтобы можно было более детально принять решение. А то ж давай уснула, у меня 4 утра. Понятно, Валентина. Ну, Валентина, я вам могу только предложить. Переходите там, где 4 энергии. 3 или 4 энергии. А еще лучше приобретайте профессию. Сегодня вы можете приобрести за 5 тысяч. 5 300 – это не 8 тысяч. Сегодня доступные цены для каждого. Потому что лето. Потому что сегодня праздник. День любви, семьи и любви. Потому что,
Ну, потому что вот за окном дождь, никак солнышко не придет. Поэтому хотелось бы, чтобы у всех было хорошее настроение. Я вас всех благодарю. Я вам желаю благословения Вселенной. Я вам желаю очень ссылка на приобретение профессии. Вы напишите, скайп был выложен, напишите Ольгу, потому что я ее не предупредила. Это тоже как бы вот такое вдруг спонтанно пошло, что надо это выложить. И к Ольге в скайп. Она вам даст. Я сегодня-завтра я оставлю вам эти ссылочки. Вот скайп, пожалуйста, переходите, потому что даже при оплате, включая понедельник, я оставлю 5300 обязательно, потому что на тот, кто сегодня оплатит, у Ольги будет еще, по-моему, кто-то выступать, не знаю, то вот до 12 часов, если вы оплатите, то вы получите все подарки, о которых я говорила, но только до 12 часов. Я просто продляю время, потому что, чтобы не спешить. Ссылочки здесь все есть. Благодарю Ольгу за организацию вебинара и просто благодарю всех. Благодарю и всего вам доброго. Пока-пока. Жду вас на учебу.